Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. У одной женщины разболелся зуб, как назло праздник. Приходит она в больницу и говорит: «Доктор, удалите у меня этот зуб, боль ужасная!» Доктор: «Ой, понимаете, сегодня праздник, я немножко выпил». Она: «Доктор, да я любые деньги заплачу, удалите мне этот зуб». Доктор: «Ладно, хорошо, но только если что вдруг не так, боль какая-то, что проблем не было». Она: «Ладно, доктор, хорошо». Садится в кресло. Доктор берет так клещи, выдергивает ей зуб. Она: «А-а-а!» и убегает. Доктор: «Что случилось-то, я не пойму». На следующий день приходит к доктору молодой парень и спрашивает: «Вы вчера женщине-то зуб удаляли?» Он: «Да, я». Достает из кармана 5000 баксов и ключи от джипа. И такой: «Нате, возьмите». Доктор: «А зачем это?» А он говорит: «Да это была моя теща! Вы вместо зуба язык выдернули». Приходит Вовочка домой из школы, а палец у него весь замерзший, как во льду. Дед говорит: «А, внучок, а что это у тебя с пальцем?» Он говорит: «Да, дедуль, понимаешь, урок химии был. Мы там химичили. Вот и нахимичили. Капнуло вещество, вот, смотри». Дед такой: «А, внучок, мне это вещество очень нужно. Принеси мне его завтра, а я тебе 50 баксов дам». Внучок: «Да не проблема, дедуль, конечно, принесу». На следующий день он ему приносит это вещество и говорит: «Дедуль, ты только поаккуратнее, ладно?» Дед: «Да, конечно, внучок, вот, держи 50 баксов». Наступает ночь, утро, Вовочка собирается в школу. Дед выходит и говорит: «Вот, на тебе еще 50 баксов». Вовочка: «А это зачем?» А он ему говорит: «Это тебе бабка от себя подкинула». Наконец-то я отвела сына в сад. Мы туда пришли, мне сын говорит: «Мама, это не этот сад». Мы пошли в сад через дорогу. Он снова: «Мама, но это не этот сад». Мы пошли в третий сад. Он мне снова: «Мама, еще один детский сад, и я в школу опоздаю». Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.